Всем привет, уважаемые друзья и подписчики. Вот я выбирал, наверное. Нет, не то. Вот это. Всем привет еще раз. Это GTA San Andreas Multiplayer, выживание в штате. 2, второй сезон, 9-я серия. Я хотел там повеселиться, там я повеселился, но просто много изучал. Так, здесь у нас есть и работа. Меня уделило. Я напишу про да. Ну просто такое, есть такая команда такая, которая реагирует, да, но уже не работает. Так. А чё? Ребята, я хочу сказать, что всем спасибо, правда, вот то, что вы смотрите. О чем я хотел сказать? О том, что я все равно буду снимать и дальше, и другие игры. Но не совсем прямо, ну, постараюсь там снимать. Там иногда на севере бывает так, что вот то, что вы видите, 16, это 16 часов по московскому времени. Там иногда показывают, там такие. Так, мне надо терапевтироваться. Я по поводу почтальон видео, там я заработал 150 тысяч электро. Да, готов поработать. А, узнать, где я ошибаюсь, отправиться туда. Via map. Карта Самфир. Беру скутер. Поехали. Я просто пробую многие другие. Ну там есть, конечно, там не так уж и много. Но то, что я говорил, да, там я пробовал работу по поводу почтальона. Там правда заработал 150 тысяч. Ну, в принципе, это вам решать, какой сервер играть, но здесь, конечно, тоже много народов играет. И немало. Там просто некоторые игроки просто уходят. Не особо они не играют часто, потому что некоторые учатся, а вот мы-то взрослые играем, естественно. Ну не часто, но все равно в сети. Можно так сказать, практически часто. Я полицейский, но я работаю электром. Ремонтирую электричество. Офигеть. Только не говорите, что мне туда, на вершины горы. Вау!
Ой, отсюда им ехать. Для полиции все разрешено. Ну, там выиграть-то, конечно, можно, но там не особо часто можно выиграть. Тихо, тихо, тихо. Вот, а что мне еще хотелось сказать? Ну, в принципе, я иногда буду все равно снимать и пост старые, добрые, как я уже там говорил в предыдущей серии. Ну, просто снимать то, что идет как воспоминание и так далее подобное. Понятно, что некоторые надоедятся, но все же просто заснять хочется просто больше. Чем больше снимать, чем интереснее будет. Но я не особо часто буду снимать по поводу сканера, потому что не особо часто иногда становится интереснее кому-то. И команду у нас надо вести один. Исправить, не исправим. Упс, у тебя ударил током, вы хреново заменили проводом. Меня убило, короче говоря. Ну, так уже все поняли, да, ну там произошло, там это на работу, там заработок, но все равно можно, но там надо рассчитывать там на правильно. Только что я там ошибку сделал. Попробуйте подменить, наверное, вместо, наверное, синий и желтый набрать на майна, а вот красный, наверное, надо подменить. Ну, чтобы вы знали, я же просто пробовал это себе. И всем спасибо, ребята, это был GTA San Andreas Multiplayer, выживание в штате, второй сезон. 9-я серия, ждите 10-ю серию. И всем спасибо, всем пока.